20 августа ветеран труда, труженица тыла Татьяна Игнатьевна Байкова отметила свой 90-летний юбилей. В такой значимый для нее день именинницу пришли поздравить замглавы администрации Светлана Драчук, председатель Совета ветеранов Тамила Суворова и наша съемочная группа. Сегодня Татьяна Игнатьевна принимает поздравления с юбилеем не только от родных и близких. Замглавы администрации Светлана Драчук зачитала поздравительную открытку от президента страны Владимира Путина. Желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа и всего наилучшего. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Слова поздравления с 90-летием, а также небольшой подарок Татьяне Игнатьевне адресовала и глава администрации Марина Трескова. К сожалению, по объективным причинам, лично сделать это ей не удалось. Вам передали тут целую корзину подарков и гостинцев. Вот такой вот теплый плед, который согреет вас в зимние вечера. Совет ветеранов под председательством Тамилы Суворовой также всегда поздравляет лабутнанцев с солидными юбилейными датами. Ведь залог долголетия и хорошего настроения – это далеко не медицинские препараты. Что сейчас дорого для нас? Дорого внимание, что поговорили, поздравили. И для них, знаете, какой заряд бодрости? Это, по-моему, лучше всяких таблеток, когда с нами общаются. Сама же юбиляша признается, что за 10 лет, именно столько она живет на севере, Ямал стал для нее родным, она уже успела привыкнуть и к суровым морозам, и к добродушию местных жителей. Очень большое спасибо. Всем благодарны. Максим Швец, Кирилл Сементьев, программа «Время местное».